В эфире новое цифровое телевидение. С вами Елизавета Андреева. Здравствуйте. Рождественские встречи определили лучших игроков по мини-футболу. В Хакасии, в городе Черногорске, завершился третий региональный турнир по мини-футболу. Рождественские встречи среди юношей 2004-2008 года. Как сообщило информационное агентство Хакасии, для участия было заявлено 54 команды из Черногорска, Абакана, Саиногорска, Белого Яра, а также Минусинска и Кызыла. Все команды показали высокое качество игры. Однако футбольный клуб «Оникс», город Абакан, под руководством Михаила Стоянова, сумел выделиться даже на фоне действительно сильных соперников. В трех турнирах из четырех футбольный клуб «Оникс» занял лидерские позиции. Состязания были зрелищными. Проходили они ежедневно с 4 по 8 января с 10 до 19 часов вечера. По результатам соревнований среди участников 2006 года рождения лучшим вратарем признан Кирилл Упылицын, а футбольный клуб «Оникс». По итогам встречи спортсменов 2007 года рождения лучшим игроком стал Николай Сарычев из того же клуба. И, наконец, в турнире, где соревновались юноши 2008 года рождения, лучшим из лучших вновь стал представитель «Оникса» Ярослав Пургин.